Привет всем подписчикам канала Уральская усадьба. Сегодня очередной монтаж теплицы Капелька 2,5 м. Приехали, разгрузились. Поликарбонат, нарезка, вточный блок. Здесь будет стоять теплица. Сейчас буду торцы собирать. Все по плану, все потихоньку. Продолжение. Собрали брус, фундамент, то бишь весь каркас собранный, уголочек наверху, первый слой, торцы обшили. Здесь только двери, с той стороны форточка. Вот все, сейчас будем вылезать под форточный блок и перекрывать сверху поликарбонатом. Все качественно, красиво и надежно. Закончили монтаж теплицы Капелька 2,5 м крепыш. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20x20, 20x40. Труба идет усиленная на арках, так как это крепыш. Арки сборные из двух частей, сварные конструкции, все швы обвалены по кругу. Все точно, четко. Поликарбонат теплицы 4 мм 0,75 плотности на ватру. Фундамент брус 100 на 150, пропитанный антисептиком. Крючочки, чтобы дверь открывать, ветром не удуло. Здесь торец, цельная дверь, замочек. Дальний торец, просто форточка. Стоит один треугольник форточного блока с термоприводом, автоматическое проветривание, уже начало открываться. Также в теплицу установлены укосины для большей жесткости конструкции и колышки по углам в землю, чтобы теплица держалась надежно. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!